אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מי יכרה, בטח בא לב בעלה. רבי צנחיה מושקשנר הרסון родилась в субботу 25 Адара 5661 года в городке Бабиновичи, неподалеку от Любавичей. Ребецин родилась в семье, история которой представляла собой непрерывную последовательность высокочтимых духовных лидеров. Ее дом был домом поистине выдающихся людей. По указанию Ребе Рашаба ей было наречено имя в честь жены Цемах Цедека. Наш Ребе объяснил, что имя Хая от слова «Хаим» – «жизнь» намекает на общий аспект жизни души, а имя Мушка – на облекающий аспект души. И когда эти два имени – Хая и Мушка – объединяются вместе, как одно имя одного человека, то это показывает на слияние и объединение двух этих вещей вместе. שש וארגמה לבושה בנות עשו חיים ואת עלית על כולנה שקר אחר והבל היופי ישיירת השם תתעלל תנו לה מפרי ענדיה יהללוה ושרי מעשיה חדשים ונשמתי חדשים ודה